Украина, кто наши? Они зажигающие стрельцами выпаливают нас с домов, понимаете, выжигают нас оттуда. Родненький. Боже мой, прости, сыночек. There's a man who's been hit by shelling, and we're going to talk to the woman, see what she has to say about it. Какой военный? Мы мирные жители, мы дома сидели в подвале. Они обстреливают нас в подвале, они жгут нас там. Может, они думали, это военный объект? Какой военный? Это жилой дом. Это не военный. Как ты знаешь, это украинский. Так они у нас же на этом бронетранспортере или как? И вот эти зажигающие штуки кидали оттуда. Это сын? Это сын. Где он ранен? А? Где? Ранил в пах и в живот вылет. Осколок, да? Осколок. Они вчера в нас доме были. Пришли и стали выгонять нас из дома. Они вчера были дома у нас. Украинские? Украинские. Сказали уйти отсюда с дому. Зачистка. Мы сказали, мы никуда не пойдем, мы здесь живем, мы в подвале. И они тогда подожгли наш дом просто, подожгли. Подожгли горючим. У нас так весь дом уже выгорел. Остался один подъезд, остался. Один подъезд. Один. Мы далеко от перекрестка, мы далеко, мы не... Почему они сделали? Что? Почему украинские стреляют на мир? Я не знаю, что бы, наверное, ушли. Я не знаю. Скажите, почему стреляют по домам, если там нет военных? Почему?